С нарушения работы позвоночника на руках начинаются проблемы очень многих органов. Все начинается с смывания костной ткани. Теряется крупинка за крупинкой кальций и уплотняются межпозвонковые сочленения. Засоряется кровь, воспаляются почки. Особенно это опасно для почек. Их ткань очень нежная, а кальциевые солевые кристаллы в клетках эпителия как бы продирают канавки и нарушают ткань паренхимы. Ткань начинает воспаляться и кровоточить. Неблагополучие можно сразу же обнаружить в моче. Она становится красноватой и мутной. Чаще всего из-за уплощения тел позвонков страдают шейный или грудной отдел позвоночника. Диски вылетают иногда вправо, иногда влево, иногда в сторону спинопозвонкового канала, вызывая раздражение, воспаление, издавливание нервных корешков или спинного мозга. Начинается давление на поясничный отдел. Работа по нормированию позвоночника может проводиться в несколько этапов. Сначала надо убрать позиционные нарушения. Для этого активизируем через импульс сознания клетку лидер и разворачиваем из нее голограммную картинку норм, то есть план, чертеж позвоночника, как он должен быть в идеальном состоянии. То есть видите, для чего нужно ясновидение? Ведь вы не сможете развернуть голографическую картинку нормы, если его не имеете. Следовательно, не сможете провести технологию. Как только картинка разворачивается, сразу же становится видно, где и что исправить. Исправление производим астральными руками. Сначала разворачиваем голограмму нормы, потом очень осторожно, даже нежно вправляем на место позвонки, которые выпали со своих мест. Делаем это легкими прикасаниями пальцев. Если необходимо, осторожно растягиваем позвонки, чтобы выпавшие диски встали на место. Когда эта первичная работа проведена, можно приступить к диагностике. Конкретная ситуация с одной из женщин, которая обратилась к нам за помощью. Мы посмотрели и увидели то, что привело к тяжелому заболеванию. Нам показали последовательные серии картинок на экране внутреннего видения. Причина в правом полушарии мозга. Она берет на себя больше, чем может по силам и познаниям. В семье и на работе, но особенно в семье. Пытается всем управлять. Свое слово считает главным. Над духом справа есть точка, участок, который отвечает за поясницу. На него даем импульс, норма. Усиливаем норму еще раз. С головы по шее пошел импульс. Под мужичком есть мост. Там образовался энергетический тромб. Запускаем туда в ствол маленькое солнышко, и пусть от мозжечка по всему позвоночнику это солнышко погуляет. Впереди идут лучи, потом шар. На уровне груди со стороны спины справа затемнение. Шар все это затемнение разбивает лучами. Все засоления, всю черноту, весь негатив нейтрализуем и убираем через клетку стоп. Смотрим на сердечном уровне. Видим такой образ ситуации. Защемлен нерв. Надо поднять позвонок. Делаем это астральными руками, очень осторожно. Растягиваем, смотрим. Обнаружили солевые отложения. Берем астральную щетку и вычищаем это место от соли. Вся работа идет через визуализацию образов. Так художники работают. Капаем из пипеточки капельку святой воды на проблемное место и капельку отвара лаврового листа. Он немного маслянистый. От лаврушки все сразу тает.
очистили и увидели. Хрящик справа деформирован. Исправляем наложением нормы. Сфера пусть там останется. Нормирует и в постоянном режиме. Теперь шар солнышка снова начал движение. Район поясницы. Там опять движение тормозится. Там есть смещение позвонка вперед. Надо оттянуть назад. Растягиваем астральными руками вверх и вниз. И ставим позвонок назад. Он должен щелкнуть. Ставим сферу норму. Укрепляем теперь мышцы продольные вдоль позвоночника. Миофибрилы. Волокна мышечной ткани. Проблема в их тонусе. Миофибрия. Даем импульс лучом света, чтобы укрепить мышцы, которые держат поясницу с двух сторон. Импульс и мышцы спины стали укрепляться вместе с ягодичными. Шарик солнечный пошел дальше. Он разбивает своими лучами негативные информационные уплотнения. Таз слева. Образовался тяж. Он напрягает позвоночник. Восстанавливаем до нормы. Ставим по всему позвоночнику от головы до крестца энергетическую пружину. Как астральный ароматизатор. Это все равно, что поставить энергоинформационный бандаж, поглощающий излишние нагрузки. В помощь тонкоматериальному процессу надо накачать мышцы, ноги поднимать и опускать. Можно просто лежа, изометрически напрягать мышцы. Все хорошо, кроме бездействия. Как только поставили энергетическую пружину, давление на позвоночник заметно снижается, и человек чувствует себя гораздо комфортнее. Далее надо приступить к восстановлению нормы кальция в костной ткани. Мономерное атомное образование способно сложиться в любое необходимое нам молекулярное слово и запустить биохимический процесс управления. Вводим либо словесный код, либо формулу сферы управления, которую располагаем рядом с позвоночником. Например, формулу кальция СА. Как правило, его больше всего не хватает. Сферу приводим импульсом сознания в движение. Наблюдаем, как активизированная сфера начинает, словно выстреливая лучиками, двигаться по структуре позвоночника. Там, куда попадают лучики, свет преобразуется в кальций. Ткань позвоночника нормируется. Данную работу можно повторить через день или через два в той части, где результат не достиг окончательного проявления нормы. Это корректирующая стадия работы. Она должна выполнить то, что не удается сделать во время первого сеанса. Вот эта технология, причем технология, которая уже испытана. Мы с ней работали в то время, когда я еще занимался целительской деятельностью вместе с Игорем Витальевичем Арепьевым. Вот сейчас я этим не занимаюсь, но знания передаю. Можете вы попробовать. Я уверен, что у вас получится. Как говорил в предыдущей первой части, я в вас верю.